Тахир Мингачев подводит итоги двух периодов. Вы как-то отдохнули, силы накопили в штрафном боксе, вышли и решили? Да, чуть злость, наверное, вверх взяла над собой, что удалился, подвел команду и получилось доработать момент. Костя хорошо все сделал, осталось только добить. В целом, по периоду, с чем можно связать такую результативную именно игру ЦСКА во втором? Эмоции, это все эмоции, дерби, московское дерби, оно всегда было, будет, так что, наверное, вот с этим связано. Очень динамичная игра, в большей степени все-таки кто сегодня темп матча задает? Мы. Спасибо.